себя, Александр Панагов, и мы продолжаем играть в Масяня под Ротом Прессом. На самом деле я не выключал игру, просто вот закончил предыдущую серию, я играю сейчас уже вечером. Как бы мне нужно эту игру пройти за один день, иначе мне придется все заново проходить, а я не смогу. Ну, так как завтра у меня будет весь день, я думаю, я смогу дойти до этого места, но с задержкой. Ну да ладно, начнем. Так, что у нас здесь? У нас это девушка. Кстати, я уменьшу музыку. Только там, потому что я немножечко уменьшить. Без нее немного скучно. Так. В принципе, будет нафиг, вообще ни черта не найдешь. Так, будет порядок навести. Так, как? Так, вот. Нет, не помню это что-то. Ну, получишь. Не трогай, я тебе приди, потом он зарыдут, я умрю. Куда ты ручонки-то тянешь, это моё. Печеньки, монетка. Чашка. Чашка. Подушка. Ножницы. Ваза. Богат. Мед. Документ. Алло, Аллочка? Не молчите же, у меня ваш номер определился. Говорите же, Аллочка. Здравствуйте, доктор. Что с вами, Аллочка? Бедная вы моя, конечно, примите со мной. Будете спать, как дитя. Записали? Выздоравливайте, Аллочка, и у вас теперь как договаривались. Так, будем искать его здесь. Со мной. Угу. Так, куда положить? Сейчас. Чашку дадим. Окей. Водичка. Отвертка. Ну что дальше? Ну еще можно отключить. Ну ладно, окей, да, будет так. Давайте здесь. Водички. Есть там творное, конечно. А, ладно. Так, поехали. Что делать? Есть очки, ручка какая-то. То есть, не ручка, что ли? Ой, заперто. Давай
О! Ну, давайте. Так, и пишу такую мусорку, конечно же. Бутылки. Да уж, лимонада выпить, дай боже. Ага, надо все пустые бутылки, знаешь, кто выкидывает. Лимонад. Сейчас только лимонад. Сюда, просто открыл тачку. Сейчас быстренько все делаем. Сюда. Сейчас, давай, нажимайся. Сюда. Очень просто. Вот это тоже. Есть, ну что, давайте выкинем. Окей, тут тоже шкаф. Ну давай. Давай, выкидывай все это. Шляпа. За шляпу. Ладно, давайте. А что делать надо? Рейс мне тоже. Входите, в квартире вот точно не будет. Ну да, в квартире не будет. Шкаточка. Сим-карта. Зачем нужна? Купон. Ничего. Мобильный телефон. Зачем она нужна? Степлер, тут решила батарейка. Не хитрый такой, какой? Все тоже можно было не заглядывать. Сюда тоже. Ладно. Куда это? Ну как я думал сюда. Ну что у нас осталось? А, губка. Эти губки. Подожди, шустрые. Ну да. Ладно. Что делать? В аквариуме? Класс. Алло, эй там, на палубе. Давайте там поднимайте. Беги. Виктор, беги. Все, давайте. Сейчас. Что у нас такое? Ой, телефон, проклятие девайса. Алло, кто там живой? Алло, это Игорь Петрович, шеф твой. У меня для тебя срочное задание. В общем, слухи такие. Говорят, на кладбище в часовне вампир завелся. Ой, вампир, значит, часовня на кладбище. И мне, значит, туда нужно топать. Ночь, а? Ну, идет-то, какой смысл?
Ну, в общем, давай, собирайся. Ты боишься? Чего я боюсь? Правильно, фотографии обязательно. Ох, странности какие. А если, например, вот на месте не будет, если может. Чего-чего, значит, сидит. Короче, кулаки, сторона такая. Не будет вампира, меня уволят нафиг. Понятно? Вот так вот. Так и придется к вампиру. Ой, да ладно, Майсей, найдешь свою вампиру, сколько. Да у тебя крылья, не верю во всю эту паранормальную. Ну ты же раньше вроде бери. Ну ты лохматый, наивный, как 3 копейки. Слушай, когда ты себя какую-то грязную, то брось тебе фотографировать. Короче, ладно, не знаю, что делать. Сама придумай что-нибудь. Ладно. Все. Так бы это, можно сказать, конец. Ты посмотрим, ты троек. Стой! Кто стрелять? Кто идет? Стрелять буду! Не-не-не, не надо стрелять, не надо! Я безобидная, смотрите, какая я вся из себя безобидная. Что ты сейчас начал? Блядь! Да, прям, вот мне тут надо фотографировать для газеты. Не-не-не, пущу! Иди отсюда! Много вас тут ходит фотографировать! Иди давай! Если что, у меня вот там старёшка есть, там посиди! Можешь и заночевать там, можешь! Переночевать? А тут у вас вообще-то, говорят, вампир! Вампир! Да я его, если что, гранатой! Да, я, знаете, тоже так думаю, но вот... Сказал, что ты... Вот же, блин, столько всяких... Да не, я... Все, ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был SpongeBob. Всем пока. Сейчас я выключу это видео, буду записывать на следующее видео, так я спущу все видео. Близких видео. А потом буду хуйкать, так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас я выключу запись и включу снова. Всем пока.